Всем привет! Сегодня у меня посылочки пришли из китайского магазина Ньючик. Ссылочку на магазин я оставлю под видео. И сейчас покажу, что я заказала в этом магазине. Да, Ричард, мы для тебя тоже заказали кое-что. Сейчас покажем, что мы для тебя заказали. Да, ты хочешь. Ты хочешь, чтобы тебе показали, что мы тебе купили. Сейчас покажем. Мой сладкий. Вот такие ножницы красивые у нас. Мы их тоже заказывали в этом магазине. Они, правда, большие, поэтому я еще одни заказала поменьше. Так. На поводке-то опасно машине возить. Это для Ричарда. Ричард, это для тебя. В машине возить опасно Ричарда, когда мы его привязываем за шею, потому что если мы тормознем резко, то бедному мальчишке может шею оторвать. Поэтому мы заказали вот такую шлейку безопасную, специально для того, чтобы Ричарда возить с собой на охоту, на рыбалку. Иди ко мне. Иди ко мне. Садись. Сидеть. Молодец. Сидеть. Размер надо подогнать. Так. Ричард сегодня на охоту поедет в новом обмундировании. Да, вот так. Сидеть, молодец. Ждать. Умничка. Умничка. Красивый мальчик, красивый. Там можно цвет выбрать, размер. В общем, объем груди меряете у собачки, у вашей. И заказываете. Вот получается на спаниеле элька. Получается максимальный объем. Сейчас затянем. Все, да? Затянули. Ну-ка, сидеть. Сидеть. А, ну хорошо, свободненько. Под шейку не давит. Все. Куда ремень пристегивается, задний пассажир. Мы, допустим, раз воткнем. Ну, покажем. Это будет означать машина теперь вот эта. Да, шейка. Теперь, когда будем одевать, он будет знать, что это в машину. Значит, мы куда-то едем. Да. Уже не терпится ему. Не терпится скорее поехать. Следующая посылочка. В этой посылке ножницы. Посмотрите, мне так понравились вот эти ножницы, которые я в прошлый раз заказывала. Сейчас мы с вами померяем. Тимур, посмотри, сколько сантиметров эти ножницы. Полностью 27. Да. 27, а эти вот ножницы? А это 13, рабочая часть. Рабочая 13, а полностью? 27, а эти 20, а рабочая часть 85. 8,5. 8,5. Значит, получается 20 и 27, да, полностью. Ага. Так, ну-ка сейчас развернем. Мне очень понравилось качество этих ножниц, но для моей руки они огромные. И в Корее написано. В Корее? А, нет, Корея дизайн. Дизайн Корея. Так, ну-ка попробуем. Корея технологии. Очень мне понравились эти ножницы. Качество замечательное, размер немножечко для меня великоват, и я заказала маленький. Вообще это маленькие, это большие, есть еще средний размер между ними, но мне в принципе достаточно. Режут очень хорошо, я в прошлом видео уже показывала большие ножницы, как режут. Металл классный, упаковка у них идет такая хорошая. В принципе, можно не только для себя, можно заказать для подарка. Мы же с вами рукодельницы, дарим друг другу подарки. И вот такие они красивые. Я думаю, и для себя нормально купить такие. И подарить такой подарок для подруги-рукодельницы тоже будет очень классно. Золотые. Золотые, да. Металл, очень хороший металл. Мне понравилось. Ну, вес у них, они, конечно, тяжеловатые, но все портнихи знают, что портняжные ножницы, они тяжелее, чем обычные, потому что здесь другой металл, очень хороший металл идет, вот, и поэтому они чуть тяжелее. Ну, понятно, что вот эти вот полегче, но, в общем-то, для руки они очень удобные. Да, Мурзилка, тебе очень это надо, ты же тоже у нас рукодельница. Еще одна посылочка. Посмотрим, что у нас здесь ждет. Он думает, что опять ему. Сидит, ждет, смотрит. Нет, Ричик, это не тебе. Это для нашей Василисы. Вовремя пришел подарок такой. Покупочка. Сейчас я вам покажу, что это. Ричику очень понравилось. Ричику понравились, да?
посылки очень понравились. Посмотрите, какой классный конверт. Понятно, что я сама умею вязать. Пледик я связала. Но когда я посчитала, сколько будут стоить нитки, сколько будет стоить вот этот мех, еще нужно вязать. В общем, я решила, что я закажу вот такой конвертик отдельно. Этот конвертик для прогулок в коляску. Вы видели, у нас коляска зеленого цвета, поэтому я заказывала конвертик такой нейтральный, не яркий. Сейчас мы вот так вот завернем ребеночка и вот так его понесем гулять. Вот такой вот будет классный. Вот так у нас Василиса будет гулять. Это Алина вязала игрушку. Так, сейчас посмотрим качество. Шовчики ровные все. В принципе, сшито очень аккуратно. Он, конечно, не зимний. Его на осень, но как раз у нас сейчас новорожденный младенец. И выносить гулять в таком конвертике будет очень даже хорошо. Видите, как связано рисунком. Понятно, что можно было самой связать. Вот, но, в общем-то, я решила, что покупать пряжу, мех, вязать, ну, по цене выйдет не намного дешевле. Поэтому я решила заказать такой готовый. Папа с Ричардом собираются на охоту. Да, Ричик, уже ждешь? Мальчики сейчас поедут. Так, все, Ричард на охоту едет. Так, ну-ка, как пристегивается? Ну, стандартно. Куда будем пристегивать? Оп. Все, застегнул? Все, ремень безопасности. Все, Ричик, садись. Теперь тебе удобно. Садись, сейчас поедешь. Вот. Все, молодец. Вот, сел. Видите, как он у нас сидит? Смотрите, лапки поставил. Сиди, сиди, молодец. Все, едем, едем. Мама садится. Ругается, что мама не садится. Все, мама садится. Все, Ричик, теперь тебе шейку не душат, да? Хорошо? Безопасный, да, ремень такой? Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.